Юный боец в красном представляет Нефтекамск. Его зовут Артем Иванов, и занимается он кикбоксингом всего 3 года. Несмотря на свой юный возраст, у спортсмена сформировались качества настоящего мужчины. На ринге он держался уверенно, нанося один удар за другим. Я готовился больше месяца. Соперник был достойный и очень сильный. Несмотря на это, я все-таки выиграл. Кикбоксинг сравнительно молодой и один из популярных видов спорта. Он зародился в середине 70-х годов и завоевал широкую популярность в короткий срок. В кикбоксинге раздела лайт-контакт запрещены сильные удары. Предпочтение отдается ударам ногами, особенно прыжковым. Судьи засчитывают каждый удар, достигший цели. Сегодня у нас проходит открытое первенство детско-юношеского центра «Винет» по кикбоксингу в разделе «Лайт-контакт» среди юношей. Эти соревнования у нас становятся традиционными. Они являются отборочными перед соревнованиями на республику. Участников в этом году необычно много. Бывает их до 80 человек. Открытое первенство по кикбоксингу прошло под девизом «Мой первый бой». В нем приняли участие более 120 ребят в возрасте от 7 до 14 лет. В их числе не только нефтекамцы, но и юноши из Удмуртии, Пермского края и Калтасинского района Республики Башкортостан. Это мероприятие направлено в первую очередь на то, чтобы как можно больше детей привлечь к занятию спортом, здоровому образу жизни. Оно идет в рамках месячника борьбы с наркотиками. И вот, в связи с этим мы проводим в специализированном зале школы номер 3, чтобы ребята, обучающиеся в этой школе, наглядно могли посмотреть, какими видами спорта можно заниматься, что такое кикбоксинг в частности. Все призеры были награждены дипломами и медалями. Городское первенство по кикбоксингу стало начальным этапом республиканских соревнований, которые состоятся в конце января в городе Туймазы. В нем примут участие 31 юноша из Нефтекамска, 4 ребят из Калтасинского района и 6 спортсменов из Пермского края. Татьяна Галиева, Андрей Филиппов. Информационная программа «Ежедневник».